Основная цель и тема визита – это информирование руководителей и жителей автономии о том, какие решения принимаются на саммитах, отметил посол Венгрии в Республике Молдова Матияш Силаги. В этом году мы не только надеемся, даже сейчас хорошая новость поступила, что Европейский парламент проголосовал за безвизовой режим, установление безвизового режима для граждан Республики Молдова. Это очень важная вещь, я думаю, что это огромный успех для нас всех. И, значит, об этих вопросах, вопросы свободной торговли, конечно, мы можем поговорить сегодня, и поэтому мы приехали. Посол Литвы в Республике Молдова, в свою очередь, рассказал о тех трудностях, с которыми сталкивалась Литва при вступлении в Евросоюз еще лет 10 тому назад. Когда мы вступали в Европейский Союз, это было 10 лет назад, не так уж много литовцев побывали где-то в странах Европейского Союза. Теперь для вас эти страны открыты. Вы можете съездить, вы можете посмотреть. Многие из вас, наверное, уже и побывали. Поэтому этого чувства неизвестности у вас гораздо меньше, чем было его у нас. Но с другой стороны, у нас, может быть, было больше решительности. Мы все знали, чего мы хотим. И понимали, что единственный путь, по которому Литва собирается идти, это вступление в Евросоюз. Когда Литва провозгласила себя независимым государством с 90-х годов, мой уже 24-й год, и я очень хорошо помню все разницы, и мне приходилось участвовать, быть частью очень многих возможных переговоров и там процессов вступления и так далее. Их идея приехать в Молдову и провести ряд встреч в Гагаузии с представителями власти возникла после Вильнюсского саммита. Она заключалась в том, чтобы программа «Восточное партнерство» не остановилась, а приобрела новые обороты, отметили на встрече послы дипломатических миссий.